Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в преддверии этого, будем надеяться, захватывающего матча. Мы, как вы уже успели догадаться, это Георгий Черданцев и Константин Генич. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». Команда сыграет в два форварда, один на острие атаки, второй в оттяжке. Ну и давайте, давайте уже скорее посмотрим на них в деле. Ислам Слимани. Это может быть опасно. Пас на ход может быть интересно. Итак, линия атаки. Как она сыграет сегодня, Константин? Да, такие игры всегда привлекают внимание зрителей. И нам тоже не терпится посмотреть, как звезды футбола себя покажут в этом матче. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Защита справляется. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Тут может что-то получиться. Голкипер забирает мяч. Ислам Слимани. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Ислам Слимани. Справляет. Опасно! С очень неудобной позиции решил он пробить в этом моменте. Да, и мяч идет мимо ворот. Ничего опасного в этом эпизоде не было. Грамотный пас, все по делу. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Ну, не просто, конечно, такую оборону проходить. Это пассивный такой режим и ставка на превосходство в количестве, я бы сказал. Все верно, края надо чаще задействовать. А вот это уже здорово. И пробил! Спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Астон Вилла атакует через фланг, и там есть свободная зона. Отлично сыграл защитник, прервал фланговую атаку. Пас за пасом следует, много передач и владения мячом. Манипа. Удар. Вратарь! Вот это сейв! Это может быть опасная атака. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Итак, первая половина. Команда уже на поле. И второй тайм начался. Блестящий отыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом.
Отличный удар. Счет не изменился, по-прежнему ничья. Хотя сейчас они были близки к голу. Нет, не дошел этот пас до адреса. Может получиться интересная атака. Решил пробить. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Судья показывает на угол поля. И прямо в центр штрафной. Забивает он гол, да! Да, сыграл действительно классно и воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Ислам Слимани. Отлично сыграно, надо решать. И вот потери в центре поля. Это может быть опасно. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Забирает мяч голкипер. Пришлось чуть ниже опуститься, чтобы этот мяч получить. Снова точный пас в его исполнении. Посмотрим за этой атакой. И разрезающий пас на ход. Прекрасный пас на ход. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Ислам Слимани. Защита справляется. 20 минут до конца основного времени матча. Тут может что-то получиться. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Это может быть опасно. Есть игрок впереди. И удар должен последовать. Мяч выбит. Угроза миновала. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Навес в центр штрафной. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно, не смог он как следует пробить головой, и получилось, ну, то, что получилось. Неплохо. Тут защита справляется с потерей мяча. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Мяч за пределами поля. Угловой. У нас замена, и выходит еще один нападающий на поле. Плотность игры снижается, но надо что-то делать. Но вполне логичное решение. Это уже пошла игра all-in, когда действительно бросается в бой все силы, чтобы спасти этот матч. Мяч летит в центр штрафной. Это по воробьям куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельно. Мяч от головы просто отскочил куда-то непонятно. Аль-Мухаммади. До конца второго тайма 4 минуты. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Подача, чей мяч? Спасает команду врат. Мяч летит в сторону ворот.